Завершено расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом Д, части 2 статьи 245 «Жестокое обращение животного, убийство двух и более». В настоящее время вина лица, совершившего данное преступление, доказана полностью. Обвинительное заключение утверждено прокурором Центрального района города Воронежа. Уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения. Обвиняемая в совершении данного преступления пыталась себя оправдать тем, что в детстве ее покусала собака. И в настоящее время она испытывает некую неприязнь к данным животным. Она ходит, она носит отраву, она носит шокер, она носит баллончик, у ней какой-то там диск еще есть там. То есть человек ходит целенаправленно убивать животных. Понимаете, это вот человек-маньяк. Сколько она сделала боли людям, которых просто живут в доме животные, нигде они на улице там не бегают.